А сегодня у нас конкурс. Самый лучший из вас получит приз. Этот конкурс для вас подготовили Мастия, Таня Брынцева, Ирина Планицкая, Татьяна Сумковская. Усадили. Оставайтесь с нами. Нет, не так. Оставайтесь там и машите. Не надо говорить «помашите». Оставайтесь с нами. Очень впереди, очень весело. Дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые мастера и просто все желающие, приглашаем вас принять участие в конкурсе по лепке из полимерной глины, который стартует с этого момента. Тема конкурса — ягоды. Условия участия таковы. Вы должны быть подписчиком всех четырех каналов. Ссылочки на эти каналы вы сможете найти под этим видео. Поделиться этим видео на любых сайтах. И указать в комментариях ссылку, где вы поделились этим видео. Вы добавляете один комментарий прямо под этим видео. Мы ставим всех в равные условия и делим конкурс на две номинации. Категории «Новичок» и «Мастер», и в каждой категории будет по два победителя. Вы сами определяете свой уровень лепки. И сами загружаете свои работы в конкурсный альбом, который находится в нашей группе ВКонтакте. А ссылочку на группу вы тоже найдете под этим видео. Для участия в конкурсе нужно выполнить одну работу из запекаемой полимерной глины. К участию принимается украшение бижутерия на тему ягоды. Это должна быть совершенно новая работа, которая нигде ранее не опубликовывалась. Вы добавляете одну фотографию в тематический альбом. Вторую фотографию с надписью от руки. Конкурс ягоды. Прием конкурсных работ продлится с 11 апреля по 11 мая. Затем нашим составом жюри в каждой номинации будут выбраны финалисты. Каждый из нас подготовил свои призы для каждой номинации. Вот они. Каждый мастер курирует и отвечает за свою номинацию. О финалистах в разных номинациях будут сняты отдельные видео, которые опубликуются на канале того мастера, который курирует данную номинацию. После этого начинается открытое голосование. Победители будут объявлены в официальной группе ВКонтакте, а ссылочку на нее вы найдете в описании под этим видео. А участие могут принимать жители стран СНГ. Пересылка призов за наш счет. Всем участникам желаем неиссякаемого вдохновения, неординарного творческого подхода и просто удачи! Подробнее об условиях конкурса можете узнать в нашей официальной группе ВКонтакте. А куда это вы уходите? А подарков еще хотите? Будут вам подарки! И это дополнительный тур, в котором мы разыграем дополнительные призы. И это будет красная пластика фирмы Фима и глянцевый лак тоже фирмы Фима. И чтобы выиграть эти призы, вам нужно ответить на вопрос. Вопрос такой: почему вам нравится лепить из полимерной глины? Свои ответы пишите в комментариях под этим видео. Обязательно зайдите на каналы других девчонок и посмотрите, какие дополнительные призы приготовили они для вас. Ставим пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал.